Ну вот скажите мне, какой такой хваленый Путин тактик и стратег? Смотрите, до 2014 года Украина была под ним, ФСБшники сидели тут везде, Янукович был под ним, экономические связи были большими, Украина его любила, народ считал Россию дружественным, были хорошие связи, не было санкций со всего мира, значит, не было оппозиционеров, не было попытки сделать войну, да, к нему нормально все относились. И вот чего он добился. Изоляции, рассорил два народа, сам под большими проблемами, поарестовал, посадил всех своих оппозиционеров, и мир его считает самым плохим человеком на Земле. Вот и вся хваленая тактика и стратегия великого Владимира Владимировича. Ее нет.